Главой управления МВД по Ярославлю назначил подполковник Алексей Круглов. Он коренной ярославец, ранее служил в угрозыске, где прошел путь от опера до начальника областного отдела по раскрытию тяжких преступлений. Неоднократно бывал в служебных командировках в горячих точках на Северном Кавказе. В одной из них участвовал в задержании заминированной «Газели», направлявшейся в сторону Владикавказа. За эту командировку Круглов указом президента награжден медалью за отличие в охране общественного порядка. Алексею Круглову 44 года, он женат, растит сына.